Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте все, меня зовут Ведьмак. Продолжаем играть в Ларку. Rise of the Tomb Raider. И в предыдущей серии нас раздели почти до гола, потому что это же Сибирь. И нам так должно быть норм совершенно. Нихера себе. Заворвались. Так, я немного не играл пару дней, поэтому могу немножко потупливать, но в принципе вроде все нормально получается. У нас калаш, это самое главное в жизни. Я думаю, с калашом наши дела пойдут гораздо лучше, чем раньше. Калаш — это все, что нужно для того, чтобы выжить. Да что ж ты будешь делать? А ну, закидали гранаты, падла. У меня нет гранат, это нечестно. Мне надоел. А блин, я забыл, как уворачиваться на С. Короче. Ты задрал! Да легко вообще, на самом деле, хедшоты ставятся. Но врагов до хера. Кто стреляет? Ну, кто бы не стрелял, он стреляет. Ты охерел! Баську вот это вот. На, получи! Да ебана мать. Это какой-то брутальный тип в броне. А как сделать? Ага. На! Патроны кончились. Пойдите нахер! Что, дикий, блядь? В упор, прикиньте, подбежал, стреляет, кидает гранату. Да ему насрать вообще. Да жесть, это трэш какой-то. Я думал, блин, сейчас я отстреляюсь и норм будет. Нихера, они прут и прут. Кажется, у нас не Tomb Raider, кажется, у нас Doom. Так, как пропустить так говно? Так, я... Ой. Беру вот эту хрень и сваливаю нахер. Блин, да я не со всех сторон. Боль. Они делают боль. А, вот этого потом берем. А, они да, оба такие. Мракобесящие, а что делать? А! Она же пустая банка. Дорогие нахер! Да вы дикие вообще, это безумные мракобесы. Понятно, это трэш. Чё за терминаторы какие-то атакуют? Мне нечем их убивать просто. У меня ничего нет. Вот черти навалились на меня со всех сторон. Да блин. Надо больше гранат, короче, использовать, потому что, ну, это жесть какая-то. Куда ты, блин, похромал? Охереть. Суки, у вас еще и гранаты, блин. Да вы шо, конченые, на одну бабу столько ресурсов? Это жесть. Пошел ты. О, и там ноутбуки надо отстреливать.
Да ты бесишь! Я херею, просто херею. Чё началось-то, блин? Чё-то невероятное вообще. Я такого не ожидал, если честно. Что меня так будут нагибать сейчас. Это как будто, знаете, я лоу-левел перса, они такие, короче, прокачанные. Вышли, папки. И нагибают меня. Да, господи. Бесите, ну. Вот они вот идут на меня, я ничего сделать не могу. Да не заряжай, дура! Я понял. Да ни хера себе, больно же! Иди нахер. Вот Вася. Блин, что я кашу. Лелара косит, понять не могу. Сука, мудак сраный. Охереть, налетели, ты посмотри, на таком, таком маленьком пятачке такие враги, блин. Охереть. А вот это ломать надо, я так понял, да? Ясно, понятно. Жесть. Вот это был врыв сейчас. А может эти тоже надо взламывать? На этом испытания нет. Вы мне куртку дадите, звери? Мне же холодно. Так, ну ладно, хоть патронов понасобираем сейчас. Обратно. Я, конечно, как умный... Взял патроны с калаша, потратил на обычных врагов. Потом вылезли эти бронированные, и мне их нечем было отстреливать. Так, что у вас еще есть? Да хватит пыхтеть, Лара, бесишь. Не изображай из себя кого-нибудь. Так, тут мы уже были, там мы уже были. Понятно все, все понятно, отсюда мы пришли. Тут нас встретили по-жесткому. Допустим. Я, кстати, не всех обшарил. Врагов-то убитых. Некогда было особо. Так, этих мы вроде бы все. Это что за радиоактивная бочка? Нормально. Да япона, мать. Прячься в кусты! Тут уже труп. Тут, похоже, наш друг Василий или как его там. Яков. Яков. Всех убили. А мы будем лутать. Так приятно-то. Че это? Так, мы прорываемся все дальше. Я с облегчением чувствую, что именно эту работу мне суждено было выполнить. Мне чешутся шрамы. Это постоянное напоминание о моей высшей цели, о моей избранности. Когда-то я был невидным ребенком, не знавшим зла, и я проснулся однажды ночью с криком от боли, кровь стекала по ладоням, я был в ужасе. Избежать этой миссии я могу не больше, чем собственных рук. А что такое FPS-то опять, говёный? Джейкоб, I think I'm close to the train yard. Are you there? Пш-пш-пш. Так, у меня точно все с настройками, окей. Так, низотропный фильтр, это ничего страшного. Да, вроде норм, а хрен знает. Ну, что-то FPS падает жестко. Может, загрузка была в этот момент, не знаю. Подгрузочка. Чё там? Badge of rank in a military order. Trinity. Trinity. Так, опять Грейси Тюип. Another Soviet plaque. Enemies must answer for their crimes. Grim. Действительно.
кому там нехорошо. Я не понял, чего они все умирают? Они просто бухие, я понял. Они нашли запас советского спирта этилового и теперь просто перепились. Да как бы то ни было, лут с них всегда можно собрать. Фига он Нил. What took you so long? I thought I lost you back there. Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Let's move! We can get up through there! Бегите от вертолета. Что вообще происходит? Нифига себе. Живите в ледяной воде. Потрясающее задание, надо сказать. И че? Сплыть не хочешь? Да! Женщина, куда ты плывешь? Она сама вниз уплывает, я без понятия вообще, что происходит. А, то есть до этого она за полсекунды сходу... У нее заканчивался воздух, а теперь она плывет уже полчаса и ей норм. В ледяной воде. Лара неудачница Крофт, так ее зовут все друзья. Uncharted какой-то. Это я такое уже увидел. Не в начале ли этой игры зачем? Опять выживите в ледяной воде. Или на этот раз будет просто умрите в ледяной воде задание. Dad, is everything all right? Че, застрелился, что ли? Обкурили. Take it easy. Drink this. It'll help. You could have left me in that river. Would you have left me? I'd have thought about it. What makes you think I didn't? What makes you risk so much to come here? The divine source. I know what you're looking for. But I want to know why. When I was young,
It was just my father and I. He was an archaeologist too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not. Then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Can't. Or won't. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now... You'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. Jacob. Оделась в такую же одежонку. Сосиски. Нифига себе. Колбаса даже. Сосиски. Советская колбаса. Настоящая стопроцентная бумага. Где я вообще? Ранец, географ. А я это все пропустил на той базе, что ли? Ну ладно. Куда мы вообще попали? Самовар даже есть. Давайте чайку бахнем, что ли. Тут что я тут? Кто-то картошечку рассыпал или что это? Нет, это камни какие-то. Кто-то валил камни в котелке. Воу-воу. Что ж так ярко-то? Серьезно, там у тебя печка, но ты решила зажечь костер прямо здесь. Гениально! Alone again. Jacob's gone ahead. There's something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Like I could tell him anything, and it wouldn't faze him. I sense no judgment from him. Yet, at the same time, he's hard to read. My instincts tell me he's a good man. He saved my life. I think I can trust him, at least for now. But I can't shake a nagging feeling that he knows more than he's letting on. Чё даже не знаю, чё качать-то.
Все какая-то херня. Крест с деталями. Давайте, что ли, пулю с смещенным центром тяжести готовить. Не знаю, как она подручными предметами такие вещи делает. Это же Лара Крёфт. Крёфт. Лара. О, автомат Калашникова. Скорострельность. Скорость заряжения. А лучше уж скорость заряжения повысить, она очень долго ковыряется. Перезарядка. Так, давайте уже наденем обратно нашу шубейку. Ой, нет, это не то. Где там это? Байда. О, старая добрая ушанка. И надо бы понять, что дальше-то делать. Тут кто-то денежки закопал. Так-то. Ой. Мне, наверное, надо спуститься так или иначе. Что это такое? Что я делаю? Что-то делаю. О, волки позорные. Слился. Нормально я забрал. Это же то место, где мы были изначально, получается. Кстати, я все хотел вернуться за этим документом. А это что такое? Доступно задание. Там опять этот мужик, что ли, который задание раздает. Shoot. I'm with Jacob. He told us to wait for you. Вчера вот тут трупов разбросали. Допустим. Oh god. Are you all right? I live. But I need a safe place to rest in case the invaders return. There's a cave across the bridge over there. Ну, знаю такую, да. A wolf den. They won't look there, but I can't clear it out on my own. Я же там уже всё сделал, не? If you could kill them. We'll have a safe place to regroup. I might even have something for that pistol of yours. Can you help us? Конечно, да. Yes, of course. Stay out of sight. I'll be back. Больше же заняться абсолютно нечем. Да врет он все, падла. Надо не забывать собирать ресурсы по ходу пьес. Чё? О, да. Деньги! Мы же на них можем покупать. Надо будет купить дробовик. Дробовик, как это круто. Дробовик, это приятно. Дробовик, это дробовик. Я же здесь все уже почистил, разве нет? Там же эта пещера нужна. А, нет, нет. Понятно. Понятно. Я думал, за мостом, говорит он. За этим мостом. Так, тут что-то подсвечиваются, какие-то вещи, которые можно собрать. О, патрончики. Вальчок! Серый бачок. Бычок. Я ж там уже бывал в этой пещере. Чё еще надо? Так. Definitely Russian. It looks like these markings point to a nearby location, but I can't quite piece it together. Беда. Так и. Я ж тут всех поубивал. В предыдущих сериях. Что еще надобно? Показалось. Нет, не показалось. Ходу, ресурсы тут восстановились, что ли? Очень странно. Бежит уже, бежит. Сволочь до того.
Эй, вовремя. О, нихера себе их тут. Да идите вы нахер, господа. Ну, это было не очень красиво. Но, по крайней мере, эффективно. Шкурки, наверное, попортил пульками. Но это ничего страшного. Так, я не помню, что есть в этой пещере, что нет. Похоже, из этих зарослей только волки появляются. Их никак нельзя убрать. Я думал, может быть, их сжечь как-то будет получаться впоследствии, но похоже, что не судьба. Здесь кроме этих терновников ничего и нет интересного. Пещера с волками. Тут монеточки, я хочу монеточки. Монеточки, это круто. Да блин. Давай доставай уже. Еще какие-то ресурсы здесь. А, это деревья, видимо, да? А, деревья тоже пригодятся. В это я стрелял. Мне уже не нужны перья в таких количествах. Окей, а это что? Там к этому мужику надо прийти? Или где? Нихера себе прыжки. Прыжки безумия. Did you clear out the cave? The cave is clear. If you head there now, you'll be safe. Thank you. Here, take this. Jacob told us to protect you, but you weren't the one who needed it. Прицелы для пистолета. Навесные приспособления. Навесные приспособления устанавливаются на оружие и меняют его характеристики. При получении приспособления оно будет установлено на подходящее оружие. Приспособление автоматически устанавливается на любое подходящее оружие. Понятно. Неплохо. Приятно. Бонус. Так, ну тут еще какой-то мужик есть. Давайте до него сгоняем. О! Живность сама идет. Белочка. Нет, белочек не буду убивать, они няшные. Поблизости союзник. Здравствуйте, союзник. А что мне за это будет? Last night, two of my bravest were captured, and I have reason to believe they are still alive. There was a third with them who escaped, and he tells me they were taken beneath the train station. Saw them put into cages before he managed to escape. I have a dozen other warriors in the valley, and I have to stay here to coordinate their strikes. But you, I've seen what you can do, and I must ask you to help. Yes, yes, of course. Yes, of course. They knew the risks, and they would happily die for the cause. But I can't let that happen. Ну, как тебе сказать, мужик? Ты не очень. Вообще такой не очень прямо. Я ничего не могу на эту избушку залезть. Да, обидно. Лара, ты что? Не можешь залезть на избушку? Вау. Пардон. Не то сделал. Теперь я могу делать вещи. Открывать всякие интересные места. Тель, пистолет-пулемет. Еще одного, что ли? А, пистолет-пулемет. Теперь у меня был до этого полуавтомат. Ну, как-то так. Поживились немножко. По-моему, тут внизу еще есть... чего-то.
что я не мог раньше достать. Здесь. И че? Похоже, это делается не так. Похоже, нам нужно спрыгнуть на плот, потом с плота вернуться обратно. Ну или я не знаю, а нафига вот это вот? Подожди, залезь. Господи, как она прыгает так. Вот ну инвалидка же, ну. Вот хоть ты тресни, полчаса возился с этим. Нет, она все равно упала в воду. И че? В смысле, я думал... Думал, она на плоте что-то сделать? На плоту, пардон. А ей похеру, оказывается. Так, ну почему? Я не знаю. Потрясающе. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И холодно, да, купаться в воде такой. А что там за пещерка? Я ж могу, наверное, туда как-то попасть. Если обойду все это. Реально, смотрите, пещера. А, мне туда и надо, получается, за заданием. Слушайте, это ведь не просто так вот эти вот булькающие штуки. Наверняка их нужно или зажечь, или что-то сделать. Пока что у меня нечем зажигать. Ну, скорее всего, для задания просто обычного нужно это сделать. Тихо ты. Даже не задание, а... местного ачивмента. Так же, как и флаги срезать. Флаги срезать я не буду. Пойдем, попробуем добраться до пещеры. Я вижу патроны. Кто-то опрометчиво оставил. Заодно деревьях нарубим. Как-то какой-то даже псевдомост. Давайте сходим туда сначала. Гуманитарная помощь в конце лежит, я видел. Машинка-то пустая. Пустая. Я понял. Ёпта! Нихера себе упал! У, кустик бузины какой-то. Да блин. Да ты дура что ли? Ну! Ну не прыгает. Ну, сигает в воду холодную и такая. Ой, холодно-то как! Что ж тебя заставляло туда прыгать? Это даже круче. Целая монета. Пыньк. Так, я забыл как. Я супермен. Слазь давай. Да, слазь ты как всегда грациозно, как мешок с говном. Где там пещера-то я? Не очень просто. Немножко понимаю. Слазь, говорю. Я говорю, слазь. Металлические заграждения. Взрывчатка уничтожает. Ну, блин. Это было не час на час вот это вот. А чё вот это вот? А, это задание. Невезучий. Ну, ё-моё. Чё я могу сказать? Это, кстати, получается, нужно вернуться, что ли, на эту базу? Тогда будем это потом делать. Я сюда перся.
думал, сейчас залезу в эту пещерку. Хрена с два. Так. А нафига вот это вот я сейчас сделал? Ага, бляха. Как мне отсюда выбраться теперь? А, понятно. Клац, клац. Клац, клац. А-а-а! Ты что ты делаешь-то, ну? Сорвался. Да что ты, блин, не туда прыгаешь-то? Почему ты все время вправо уходишь? Ты можешь объяснить, Лара? Почему ты вправо херачишься? Я понять не могу. Ладно, короче, не буду прыгать. Здесь направления прыжков какие-то упоротые. Лучше уж я вылезу так. Ну, тогда без понятия, что еще тут делать полезного. По сюжету надо туда. Какая-то из пещер, по идее, нам стала доступна. Я помню, она была как раз-таки прикрыта этим заграждением, которое можно выдернуть при помощи нового лука. Вполне возможно, что это пещера здесь. Ага. Что-то новенькое. Ой, что-то там громыхает. Маршиновасенько тут у вас. Парень приуныл. И, то есть я мог сюда сверху как-то попасть сюда? Наверное, нет. Гуманитарная помощь и советский ящик. Деталь булочного лука 3 из 4. Почти, почти. Я сделал это. Так, а что, больше ничего? Все сломаю, чтобы не доставалось врагам. Древние вазы в щепки. Да понабежи сюда потом археологов. О, мясо. Скотина. Скотина. Убегает она вот это вот. Да ты бесишь меня. Все равно убью. Лучше не сопротивляйся. Пират, то есть я теперь ваншотаю их, что ли? Не обязательно в голову палить. Это было бы круто, на самом деле. А что боевая музыка играет? И опять на кого-то нарвался. Тут, по идее, можно построить себе мостики. Воу-воу. Воу-воу. Ой. Как обычно, управление продолжает меня потрясать своим изяществом. Что за звук? Это белка-то? Страшные белки. Так, тут мы залутались. Нам нужно сюда, по идее. Я не хочу. Даже не интересно. Хотя, я забыл, что там нам преграждало проход раньше. А, ну как раз таки веревки и преграждали проход. Ладно, давайте тогда на этом месте заканчивать серию. На сегодня, я думаю, все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. И всем пока.